с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Hogert. Это инструмент бренд Германия. Завод находится в Германии и в Польше. У нас сегодня набор инструментов, который произведен в Польше. То есть, по этому коду товара 590 указывается, что данный набор, который в видеообзоре, произведен на заводе Польши. Но это никак не влияет на качество. Hogert хороший, качественный инструмент с гарантией производителя 25 лет. Начнем мы с упаковки. Такая упаковка идет сверху на кейсе. Здесь указывается комплектация. Указывается, где производится набор и где находится сам офис данной компании. Так, Hogert Berlin производится в Польше. Указывается, где производится данный набор. Такая упаковка идет сверху на кейсе. Что еще? CRV, хромованадевая сталь, 222 предмета. Код данного набора HT1R444. Набор на 222 предмета. И также сайт производителя есть. Вот такая прокладка идет между двух крышек. Здесь она плотная и качественная. И начнем мы с нижней крышки. Трещотки на 72 зуба. Здесь 3 рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма, 3 восьмых и 1 вторая дюйма. Трещотки, видите, не прямые, изогнутые. Рукоятки пластиковые. Очень удобно лежат в руке. Указывается CRMO хромолибденовый механизм внутри трещоток. Трещотки на 72 зуба. То есть мелкий шаг. Разборные, 3 винта выкручиваете, можно их обслужить. Есть реверс и быстрый сброс. Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, под 3 восьмых дюйма 210 и маленькая трещотка 1,4 150 мм. Так. Далее, головки. В наборе шестигранный профиль. Головки есть длинные. Далее покажу вам. И головки есть короткие и также торкс. Головки короткие, шестигранные. Под 1,2 дюйма у нас 15 головок ряд идет. Под 3 восьмых дюйма 10. И 1,4 дюйма 13 головок. 1,4 дюйма у нас самая маленькая 4 мм. Самая большая идет на 14. 3 восьмых дюйма. Самая маленькая 10. Самая большая на 19. И 1 вторая дюйма. 10 мм. Самая маленькая. 32 мм. Самая большая. Очень хорошая полировка инструмента. Надпись Hogert на металле. Номер. Также инструмент имеет свой номер. То есть в каталоге. Вы можете найти в каталоге Hogert данный инструмент, трещотку или биту 32 мм. Вес головки составляет 235 грамм. Далее, свечные головки. 21 мм, 16 и 18. Три свечные головки. Внутри есть резиновые вставки. Карданы. 3 кардана. Вот 3 квадрата. 1,2, 3 восьмых и 1,4 дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Головки торкс. 14 головок. Самая маленькая Е4. Так, и самая большая Torx Е24. Удлинители. Под 1,2 дюйма у нас 2 удлинителя. Это 250 мм и 125. Под 1,4 дюйма.
под 1/4 у нас также два удлинителя 55 и 100 мм. И 3/8 дюйма у нас один удлинитель 125 мм. Удлинитель 250 мм также служит как Т-образный вороток. Одеваете переходник и получаем Т-образный вороток с плавающей головкой. Если снять переходник, вы можете его использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Берете трещотку 3/8, вставляете переходник и можете использовать головки под 1/2 дюйма. Такая универсальная конструкция. Набор Г-образных ключей. 13 штук шестигранных. Так, и теперь биты. В наборе есть биты с адаптером, с переходником уже. Биты под 1/2 дюйма и 3/8, которые используются с адаптерами, в наборе идут. Вот. Вставляете сюда биту нужную, используете или с трещоткой под 3/8 дюйма, или вставляете в адаптер 1/2 дюйма, и также используете с трещоткой. И биты, которые идут в пластиковых боксах. Вот они. Так, биты под 3/8 и 1/2 дюйма. У нас общее количество 30 штук. С адаптером общее количество 30 штук. И биты, которые в держателях пластиковых, общее количество 44 биты. Так, профиля бит. Крестообразные, шлицевые, биты Торкс, Райп есть также профиль. Крестовые, биты Торкс с отверстием, то есть практически все профиля здесь представлены. Биты вы можете использовать через переходник. Есть две отверточные рукоятки. Одна используется с адаптером. Длина 150 мм, ручка пластиковая, то есть одеваете адаптер и вставляете сюда нужную биту. Получаем такую отвертку. Данную отверточную рукоятку вы также можете использовать с головками под 1/4 дюйма или подсоединять сюда удлинитель для трудоспособных мест. Данная отверточная рукоятка имеет также присоединительный квадрат сверху. Сюда вы можете подсоединять трещотку. Ну, или Т-образный вороток. И отверточная рукоятка с магнитом. Длина 210 мм. Ручка также пластиковая. Это больше у нас отвертка. Вставляете сюда нужную биту. То есть магнит присутствует. И получаем отвертку. То есть масса вариантов. Т-образный вороток под 1/4 дюйма. Длина 11 сантиметров с плавающей головкой. Так, удлинитель показал. Головки длинные. Общее количество 18 штук. Под 1/4 дюйма есть головки. Под 3/8. И верхний ряд это 1/2 дюйма. Самая маленькая 4 мм, самая большая 22. И набор комбинированных ключей. Общее количество 12 штук. Размер ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Самый большой ключ. Также логотип Хогерт. Код товара, то есть код данного ключа есть. И с обратной стороны хромбонадевая сталь. Так, и две биты. Две биты Торкс. Торкс Т55 и Т60. То есть две большие биты.
очень удобно, что весь инструмент подписан согласно ячеек, в которых он находится. То есть это бита Т60, здесь большими буквами написано TX60. И также все головки пронумерованы по размерам. То есть это очень удобно сделано, чтобы вы долго не искали. Кейс состоит из двух частей. Скреплен он пластиковой завистью, внутри есть металлический штырь. Замки и запирания металлические. Кейс сам черный, внутри идет синего цвета. Гарантия на инструмент, еще раз повторюсь, 25 лет дает производитель. Ну, кроме бит. На биты гарантии нет, так как это расходный материал. Хорошо все держится. Даже отвертку с трудом отсюда вставил, ячейку. Видите, код данного набора, логотип, Hogart, запирание на металлические замки. Вес набора составляет 11,8 кг. Ширина кейса 47, длина 37, высота 9,5 см. Напоминаю, что за подписку на канал, за оставленный комментарий, вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо, до свидания.